Сегодня Управление спорта и молодежной политики Алтайского края чествовали победителей и призеров 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». Все подробности у Дмитрия Гладких. Эти массовые соревнования, как и Олимпийские игры, проходят раз в 4 года. В этот раз спортсменов принимала Якутия. 22 вида спорта, около 3000 спортсменов из 37 зарубежных и 8 российских команд. Возраст участников 15-16 лет. Алтайский край делегировал 21 спортсмена. Они выступали в составе сборной Сибирского федерального округа. В общей сложности мы завоевали 12 медалей. 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. И мне хочется верить, что это только большое начало. И ваш большой старт. Старт ваше будущее, может быть, как спортсменов. А если нет, то просто достойных людей, граждан России и людей, которые будут прославлять и работать на благо нашей малой родины Алтайского края. Победителями в самбо стали Александр Иванов из Заринска и Раиса Величко из Бийска. Золото в эстафетном беге 4 по 400 метров завоевала барнаульская бегунья Анжелика Паренчук. В активе которой также серебро в беге на 400 метров и эстафете 4 по 100. В шаге от золота остановился боксер Кирилл Басалаев из Камня на Оби. Бронзовые медали достались бийской самбистке Кристине Беспаловой и барнаульской дзюдоистке Дарье Хромойкиной, а также баскетбольной команде «Сдюшор Алтайбаскет-2000». Настоящим рекордсменом по числу медалей высшей пробы стал бийский пловец, воспитанник «Сдюшор Опи» Арсений Точинский. На его счету 3 золотые медали в эстафетных заплывах 4 по 100, 4 по 200 метров вольным стилем и комбинированные 4 по 100. Хорошая организация. Город нормально устроили, как бы все почистили, сделали. Так, в принципе, неплохо. Открытие было красивое. Вспоминаешь, салюты большие. В общекомандном зачете с большим отрывом лидерами соревнований стали спортсмены Сибирского федерального округа. На их счету 114 медалей. На втором месте первая сборная Якутии, на третьем Казахстан. Дмитрий Гладких, Антон Червяков. Новости.